Спутник Ви в Удмуртии уже поставили порядка 5000 человек, из них более 700 повторно. Медики напоминают, вакцинация от ковид проходит в 2 этапа. Вторую аппликацию делают через 3 недели после первой. Вакцинироваться может любой желающий старше 18 лет. Пациент не должен на момент постановки прививки быть острым больным, и у него не должно быть обострения хронических заболеваний. Это основная причина, основные 2 правила, которые существуют. В листах ожидания уже более 3500 человек. Записаться на прививку можно разными способами. В поликлинике по месту жительства, через колл-центр или портал госуслуг. Одна ампула вакцины рассчитана на 5 пациентов, поэтому если в группе недобор, врачи приглашают на прививку первых из листа ожидания. Вот, например, 22 января мы обзвонили, пациенты нам подтвердили завтрашний визит, а 23 утром одна из пациенток нам уже сказала, что почувствовала себя плохо, и она не сможет прийти. И с учетом того, что у нас есть лист ожидания, мы видим адреса пациентов, да, это пациенты нашей территории, мы сразу пациентов позвонили, пригласили, и в течение 15-20 минут пациент к нам уже подошел. А с февраля в Удмуртии дней для вакцинации станет больше. Не только среда и суббота, как раньше, а прививать будут всю неделю, кроме понедельника и воскресенья. Так организованные коллективы смогут приходить на прививку по средам и пятницам, а самостоятельно записавшиеся по вторникам, четвергам и субботам. У всех привитых, во-первых, осуществляется, конечно, мониторинг за привитыми гражданами, мониторинг ежедневный, это как мониторинг заполнение самодневников, наблюдения пациентами, так и от медицинских работников тех медорганизаций, в которых организованы пункты вакцинации. На сегодняшний день ни побочных реакций, ни осложнений у привитых граждан не зарегистрировано. Медики уверены, коллективный иммунитет – самое сильное оружие, способное сдержать вирус. Массовая вакцинация в Удмуртии будет активно продолжаться, тем более, что в ближайшее время регион ждет внушительную партию вакцины – более 60 000 доз. Елена Обуховская, Александр Широбоков. Новости.